Ребятки, всем привет! Всем привет! Всем доброе утро! Вы знаете, ребятки, там так холодно! Смотрите, как цветы распускаются, ребятки! Смотрите, как пионы любимые распускаются! Там сейчас плюс 15, плюс 33 было, а сейчас плюс 15, и ветер леденющий. А мы завтракаем. Саня яйца сварил, сало, это Леша принес. Какое оно, вы, ребятки, вы знаете сало какое? Оно даже вот эта шкурка, оно как масло сливочное. Вкусное. Смотрите, шкурка жуется мягкая. Колбаска, сыр сулугуни, наш георгинский. Ну, тут осталось немного хлебушка, чаек и Арчушенька, ребятки. И хорошее настроение. Сидим, смотрим пятницу и завтракаем. Мама позавтракала, Рома позавтракал. Да, всем приятного аппетита. Да, к Верочке пришла подружка Анечка с ночевкой. Они спят еще рано. Вот. Так что вот такие вкусные эти плюшки. Мне не давай, мне нельзя. Так что вот такие дела. У нас, ребятки, все хорошо. Все, ребятки. Саня, одевайся. Сейчас я вам, ребятки, себя покажу. Саня, на, покажи мне. Ребятки, все, моя боевая одежда. Да, ребятки, норковая шуба. На улице очень холодно, но нас это не останавливает, ребятки. Мы продолжаем работать и трудиться на нашей георгинской земле. Всем хорошего дня. Вырубай, маэстро. Так, это здесь потом уборка. Значит, на улице плюс, ребятки, 16, было плюс 33. Все, мы начинаем. Как там написали в комментариях? Сейчас, блин, как бы спустя. Смотрите, ребятки, как они распускаются. Ладно, я потом покажу, как распускаются, потому что надо сначала убрать. Что же у нас не ролики, а как-то нам написали? Ваши... Не помню, короче. Все, ребятки, начинаем. Смотрите, здесь какая она. О! Высота. Веник, смотрите. Видите, что? Все, работать начинаем. Саня вон косил. Смотрите, что там. О. Трава у дома моего. Все. Короче, ребятки, видите, маленький этот уже. Сейчас сначала вот так все. Видите, вот, ирисов и не видно. Видите, все везде этот, сорняки. Все везде сорняки. Вот это все сорняки. Толстые, огромные. Короче, вот так сейчас все. Ромашка он растет. Свиноферма. Вот она, свиноферма. Распустились. Куколки мои. А это вообще мой самый один из любимых цветков. Короче, свиноферма сейчас вот такая, ребятки. Малина вся цветет. Сейчас все сделаю и покажу. Она вообще, сейчас у меня мои солнышки все задышат вкусненько. Так, все. Где Басенька? Убежал? Басенька убежал. Ой, Басенька не нарадуется, ребятки. Не нарадуется. Все, убираю телефон вот сюда на стол. Короче, Саня принес этот. Я говорю, принеси ведро. О, здесь моль летает. Смотрите, ребятки. Свинарники, моль. Я буду собирать. Французский ресторан, ребятки. Сейчас их будет очень много. Сейчас добавлю сюда волшебной воды. И они никуда не убегут, ребятки. А потом это ведро в Краснодар. В ресторан поедем, сдадим. Все. Смотрите, уже кусочек. А уже, смотрите, как они играют. Красотки мои. А что здесь провод? Что ты собрался делать здесь? Ушко переварить. Какое ушко переварить? Ну вот, здесь замок. Что здесь? А, упало, да? Да. А как ты, может, ворота поднять и приварить? Нет, ты ворота как поднимешь? Ну я вот так раз, вот так. Путь наверх, а ты там приваришь, нет? А чё? Тебе помощь нужна? Рому позвать? Нет. А почему так? От чего это так делается? Земля ходит? Да. Нифига себе. Хм.
Мои пушиночки. Представляешь, желтый тюльпан отцвел, мы даже не видели. А здесь мы в прошлый раз вычищали. Я вычищала часа два, наверное, вот это все. Уже Саня приехал, мне помог добить. Ладно, ребят. Маритик траву жрет, как будто его дома не кормят. Басенька, травку ешь. Ешь, мой малыш, ешь. Так, здесь-то руками вон какие кучи выдираю. А вот тут, ребятки, тут не получится. Смотрите, какая земля сохлая. Дождей нету. Смотрите, вся земля трескается. И это руками смысла нет. Это надо тяпкой, видите, оно тут ковром. Вот это вот, ну, жирненькая вот эта травочка была, как она называется, не помню. Еще говорят, ее едят. С ума сойти можно, если вот так это руками. Это нужно тяпкой, а потом граблями собирать. Видите, что? Вот все. Ковром. Ой, видите? Так. Джунгли хорошие здесь наросли. Вот какой. О. Мел. Вот так надо выкручивать, иначе вот такие пеньки остаются. Потом они засыхают, и можно ногу поранить. Оно никак, видите, скользкое. И вот так вот. Сейчас Саня мне тяпку наточит. И я пойду вот так туда. К забору. Тяпку точит болгарка. А носки, носки, ребятки, носки. От калош. Ты от розетки-то подальше встань. Розетку-то в сторону убери. Что ж ты возле нее пилишь? Ёшкин матрёшкин. Ты сделал забор? Розетку-то в сторону убери. Фу. Саня, сразу две наточи. Наточил? Ага. Вот. Осторожно там этот. Сарь. Сейчас будут все ирисы, да, ребятки, сшибать? Ага. Басенька. Короче, наточила мне сама тяпочку. Я сейчас возле ирисов пойду с ней. Сальца, сальца, бесится. 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 Так, и пойду. Сейчас я вот здесь дочищу и пойду там все вычищать. О, земля камень. Земля, ребятки, камень. Камень. Камень, земля. Ой-ой-ой-ой-ой. Хотела домой зайти, смотрите, что я увидела. Ребятки, бабочка альбинос, альпинос или как их? А смотри, у нее клещи, что ли, или кто-то ее проел. О, а может у нее там личинки вылупляются? Сейчас. Так, камеру надо зафиксировать. А чего она такая, Сань, на голове? На спине, на лопатках у нее. Не знаю. А усы какие, смотри. Угу. Мохнатые. Прикольно. А вот смотри, еще какая. Да вообще здесь свинарник, кого только нет, пока мы это... Смотрите, какая, ребятки. А тут это обычная. Обычная он. Что? Домой хотите? Пошлите домой. Я сейчас суп сварю. Картошку, это, купил лук, да, Сань? Да. Морковь купил? Сейчас супчик надо жиденькое. Мои цветы мои. Мои любимые. Да, мам, прохладно. Ага. Протерла всю плиту. Она и была чистая. Хорошая. И все, начинаю. Ребятки, варить. Нашла вот такие две формы. Я их давно уже покупала, но еще не использовала. И сделала немножечко кексика. Деткам. Лимонный.
Сейчас включила духовку. И поставлю выпекаться. Вон уже какая тачка собралась. Небольшой, маленький. Вот тефлоновый лист. Какой он классный. Все, ребятки, сейчас духовочка моя разогрелась. Убираю. Вот так. Все, закинула зелень. Вот такой сварила супчик вкусный. С домашней курочки. С такой лапшичкой очень вкусной. И все. Выключаю, ребятки. Очень вкусно с лаврушечкой. Жиденькое надо, да, ребятки, есть? Вкусно. Ням-ням, ребятки. Ням-ням. Все, готово. Казан готов. Как приятно в казане готовить, а, ребятки. Все. Все. Знаете, как удобно. Вон, подняли. Все. Небольшой. Так, чаек попить. Ах, горячо. О. Ах, горячая. Ой, как вкусно. Фу-фу-фу-фу-фу. Пар идет. Фух. Ну, ребятки. Ах, горячо. Смотрите, какой красавец. А? Какой вкусный. Аромат лимон прям. Так, все, сейчас буду всех звать обедать. Все. Так, ребятки, я наготовила, всех накормила. Все при деле. Вера дома помогает мне. Рома помогает папе. Все расчищаем. Так, я сейчас там все перемою. И тоже выхожу доделывать. Да, вкусно? Угу. Приятного аппетита. Салат делала, огурцы, редиска, укроп, кадича. И супчик вот такой вкусный. Приятного аппетита. Спасибо. Что-то нас сегодня погода подводит, да, капитально? Угу. Ветрина такой сильная, ребятки. Прям холодно. Прохладно. Угу. Что там? Да, это укроп. Ешь. Ребятки, мы чуть-чуть повалялись. Мы, честно говоря, так за эти дни устали, кто бы только знал. Ну ничего, приятного, да, усталость, Сань? Угу. Этот, надо весы купить. Магазин у нас Победа работает до 8. Время 19:26. У меня здесь весы, они вообще не пойдут. Потом я вам покажу. Красивые, никуда не годные. Ребятки, мне Саня вчера говорит, ну-ка надень эти джинсы. Вот эти джинсы, сколько, когда мы их покупали? Может, года 2, да, назад? Они мне стали маленькие. Вы представляете, я вчера пришла, их померила. Они мне как раз... Саня, похудела? Похудела. Саня говорит, что похудела, ребятки. И они реально мне не лезли. Они новые, они, ну, не проперженные, ребятки. Хорошие джинсы. Представляете, влезла. Ну, вот хорошо. Смотри, какие тряпки большие. Давай возьмем для пола. Вот голубенькую возьми. Она огромная прям. Что там размер какой идет? Вот такая классная. 50 на 80. 50 на 80 стоит 100 рублей. Вообще супер. Давай парочку возьмем. Давай еще одну голубенькую возьми. Вообще, да, цена хорошая. Они такие огромные. И вот такой еще взяли фумигатор. Тайга. Коврик здесь тефлоновый 100 рублей стоит. Смотрите, черные, правда, но ничего. Они классные, ребятки. Короче, прошлись, посмотрели, весов этих нету. Сань, давай возьмем утюг. Я не знаю, что это за утюг. Смотри, стоит 649 рублей. А то у нас здесь утюга нету. Нет, давай такой не будем. Почему? Там чего он тебе? С чего ты взял? Ну, хоть какой. Зачем хоть такой? И что теперь, что нам с весами делать? С весами, смотри, чайник какой красивый. Весы только такие, а это не пойдет, да? Смотри, чайник тоже, смотри, купил вообще 650 рублей. Раз, два и готово. Не надо ждать 3 часа. А что делать-то будем? Жалко так. Блин, в другом нету.
Жалко. Марганцовка продается, да? Садовая, наверное, какая-то. Капуста молодая, ребятки. Смотрите, молоденькая, по 28 рублей килограмм. Давай возьмем вилочек. Весов нет, жалко. Сань, фламенко. Помидор 319. Вкусные, кстати, помидоры. Очень. 319. Ну, хватит. Хороший магазин Победа. Но жалко, что весов, да, нет? Там Славик работает, такой парень хороший. Он говорит, то привозит одно, то другое. Ну, короче, будем в следующий раз посмотрим еще раз. С праздником, земляки! Мы приехали в супермаркет Добрый. Тут самая вкусная селедка и самый хороший чай. Но мы на второй этаж. Пойдем. Вот что мне надо. Раз, два, три, четыре, пять. Заберу все 5 штук. Держи. Вот эти круглые чашки, у которых у нас 1 000 000 штук. Сейчас еще возьмем. Еще взяла, ребятки, семена сами и дома покажу. Все. Поехали за Верочкой. Давай, звони. Она у Настюшки. Ага, сейчас. Где наш Роман Александрович? Верушу забрали. Привет. Привет. А где Роман Александрович? Он идет. Где? С Никиткой? Угу. О, Никитка. Привет. Привет. Привет, привет. Скажи, тетя Люба. Тетя Люба. Чего как у тебя такой голос? Подожди, скажи, тетя Люба. Тетя Люба. Нет, не так, по-другому скажи. Тетя Люба. Ой, ты так, иди ко мне, мой задай поцелуй. Ну, мой сладкий, как дела? Нормально. Нормально. Говори, нормально, тетя Люба. Блин. Короче, ребятки, взяли. Сейчас, ой, а хлеба-то, хлеба набрали. Ой, пакетик. Взяла 2 чашки, вы видели, да, у нас этих чашек сколько? У нас их очень много. Значит, вот такую сейчас, ребятки, покажу. Так, у меня аллергия тоже, ребятки, на все это цветение. Так, здесь, значит, на 6 литров 207 рублей с крышкой. Очень удобно. Там еще меньше были, очень удобно. Салат заправили, моркачу заправили, чтобы настоялась, вот закрыли крышкой. Так, и вот такую взяли еще. Были еще больше. Саня говорит, не надо больше. Там большая, по-моему, на 17 или на 21 литр. На 11 литров. Ну, освежить, освежить. Вот, видите? Вот. Вот такие чашки взяли. Большие. Ой, 2, то есть. А большая по... Большая была 300 с чем-то, под 400 рублей. Маленькая вот 207. Так, это сюда. Так, это мы взяли классные такие тряпки. Микрофибра. Так. Взяли по 40 с чем-то рублей вот эти классные посуду мыть. 2 штучки. Так. B58 новый. Это я им обрабатываю. Там все подряд. Клещи, насекомые, вредоносные опрыскивать. Там все, что есть, живое и неживое, там B58 сражает наповал. И взяла сальвию. Если я ее не успею купить, то значит я ее... Ну, я ее в любом случае семенами посею. Посею. Немного их. По 25 рублей один пакетик. Там чуть-чуть. И еще. Ну, вот это я показывала, да, от комаров. И капуста свежая. Завтра потушу. Тушеную сделаю капустку. Все, ребятки, все. А весов не было. И помидорки взяли. Фламенко. Они вкусные. Сливки. Да. Где они там? Они реально вкусные, мясистые. Видите, прям веточками. Вот такие. Вкусные они. Они реально вкусные. Ой, ребятки, Вера достала куклы свои. Вот такие куклы у нее. С кроваткой, да? А это дочка чья? Это... Вот этой розовой? Да. Это Лол. А сестра. Это кто? А сестру кто? Сестра это кто? Так это тоже Лол. Да? Да. Куколки вот какие. Она что еще на роликах, да? Угу. Смотрите, какие красивые куклы, ребятки. Когда-то Верочка, вот прям вот это, покупали ей эти куклы. Красивые очень. Одежда у них вон какая вся крутая. Прически. Ну, это классно, это хорошие, дорогие куклы.
волосы у них там не лезут. Вот еще из этой коллекции. Смотрите, какие красивые. Волосы, да, красивые? Да, я помню, в одно время, помнишь, сколько мы их покупали? Да, сколько они, около 5000, да, стоили, да. Одна куколка? Но они классные. Они прям сделаны красиво, качественно. А где остальные куклы? Там, в коробках? Да. Это тоже с этой же коллекции, только поменьше. Волосы, да, уже вот. По волосам, да, уже видно, хорошие или нет, да? По волосам, да. По одежде. Видите, вот, красивые куколки. Угу. С очочками. Тут даже гардероб у них есть. Вот тут, да? Тут тоже вся одежда. Вот тут, смотри, какая коробка есть. О, ой. О. Ага. От обуви. Это обувь тут лежала в коробках? Да, вот видишь. Классно. Короче, вот они на подставках. Да, дочь? Да, смотри. Тут... Стой, стой, стой. Видите, как они крепятся, чтобы стояли на вот таких подставках. Смотри. Ну, о, сумочка какая, одежда, видишь, качественная. Тут даже молния на одежке. Смотри. Есть. Это тоже открывается. Сумочка? О-о-о. Зарики, да? Зарики. Угу. Угу. Что-то она меня сейчас грохнет, дочь. Красивые, да, ребятки, угу. Куколки? Смотри, какая тут сумка. Тут тоже сумка? Да. Угу. Крутая сумка. Ты еще смотри, какие у них серёжки. Здесь волосы, просмотрите, вон как. О, это как будто тоже бегудюшка. Вот. Прям. Аккуратно, дочь, пользуйся. Играй, аккуратно пользуйся. Сшито прям. Джинсовая, да, куртка вот? Угу. Красивые куколки. Очень красивые. Ну, хорошо. Нравится? Угу. А? Соскучилась по куколкам? Да. Там у нас в квартире ни одной куклы нет. Мама все спрятала. Да? Ну, играй. Играй. Смотри, какой макияж эти куклы. Угу. Красивые. Мне очень нравится. У этой куклы есть ли очки снять? Ага. Вот. Красивые, красивые куколки, молодец. Ой, сколько Вера здесь достала этих игрушек. Сколько здесь их. Это и одежда, и очки. Это от нее. А где еще малыши? Покажи, малыши. Где? Чего только нету. Ой, вон маленькие лялечки. Сосочка есть. Куколки Лол. Такая вот. Это детки, да, их? Это обычные маленькие, да. Маленькие совсем какие. Какие а хорошенькие. Тут, а в этом ящичке тут одежда для больших Лол. О, тут одежда для больших. Да, тут прям очки, каблуки, вешалки. Так, а где? О, прям каблуки. Вот, смотри. Каблучище. Жилетка. Нифига себе. Угу. Вешалки даже, да, смотри, есть. Угу. Даже есть чехлы для вешалок. Ой, сейчас, ребятки. Чехлы, да, вон для вешалок есть. Угу. Одежду на вешалку и на чехол. И в чехол, да, дочь? Да. Угу. Вот как, да? Угу. Угу. Ну все, поиграем? Да. Да, мамочка, поиграй со мной чуть-чуть, немножечко. Я говорю, ну ладно, давай поиграем. А ты будешь играть? А ты что не играешь? А? Я уже играл. Картаус, рыжий рус. Я внимательно все рассмотрел. Ну, этого мало. Да, этого мало. Играть будешь? Это моя самая любимая, у меня волос вот какие. Угу. Ладно, ребятки, давайте. Всем спокойной ночи. Ой, всем, ребятки, всем отличного дня и настроения. Мы сейчас чуть-чуть поиграем и пойдем купаться и спать. Всем пока-пока, ребятки. Пока.